Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 126. Маляр за 1 час может окрасить 4 метра квадратных ограды, а его ученик только 3 метра квадратных. Первый вопрос. Какую площадь они могут окрасить за 6 часов совместной работы? Второй вопрос. За какое время они могут окрасить 28 метров такой ограды, работая одновременно? Итак, запишем условия. Известно, что маляр за 1 час 4 метра квадратных, ученик за 1 час 3 метра квадратных. Какую площадь они могут окрасить за 6 часов совместной работы? Значит, за 6 часов совместно неизвестно. И за какое время они могут окрасить 28 метров квадратных? Так, время. Тоже неизвестно. Часов. Первым действием нам лучше узнать, сколько за 1 час они могут метров квадратных вместе окрасить. Маляр 4 метра в квадрате окрашивает, ученик 3. Значит, нужно 4 и 3 сложить. Получаем, что 7 метров квадратных. Такой они могут окрасить площадь, совместно работая. Чтобы переузнать за 6 часов, сколько же они покрасят, нужно 7 умножить на 6. Получаем 42 метра квадратных. Окрасят вместе за 6 часов. А теперь нужно знать время, за которое они вместе окрасят 28 метров квадратных. Так как они вместе за 1 час окрашивают 7 метров квадратных, нужно 28 разделить на 7. Получим за 4 часа. Окрасят вместе. Запишем ответ, соответственно. Сначала нам нужно было узнать площадь. Мы получили 42 метра квадратных. И затем нужно было узнать время. Мы получили 4 часа. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!